Флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 4 может получить зарядку мощностью 100 вторник. Президент Xiaomi Лин Бин, пару недель назад упомянул, что компания работает над технологией скоростной зарядки Supercharge Turbo мощностью 100 вторник. Теперь китайские источники сообщили, что обладателем такой зарядки станет уже смартфон Xiaomi Mi Mix 4. Точные характеристики наследника Mi Mix 3 пока неизвестны. Xiaomi начала потихоньку готовить своих поклонников к грядущему анонсу. В конце марта даже был опубликован первый тизер. По предварительным данным, у Xiaomi Mi Mix 4 может сохраниться форм-фактор слайдера, как у Xiaomi Mi Mix 3, но рамки экрана уменьшатся и он станет занимать большую площадь передней панели. Что касается 100-ваттной технологии, то официально о ней было лишь несколько упоминаний. Она позволит полностью зарядить аккумулятор смартфона емкостью 4000 мАч за 17 минут. Глава бренда Redmi Lu Weibing также пообещал, что у смартфонов Redmi эта технология появится раньше, чем у смартфонов Xiaomi.